И снова здравствуйте, друзья! Сегодня готовим оладьи из кабачков или цукини. У меня сегодня кабачок зелененький и цукини разного цвета. Но это нисколько не влияет на качество наших будущих оладий. Нам надо их измельчить. Это можно сделать на терке, а можно сделать в процессоре. У меня вот такого размера терочка. Режем пополам кабачок. И натираем в процессоре. Друзья, вот что у нас получилось. Выкладываем в миску. Обычно мы всегда цукини или кабачок отжимаем после того, как натираем. Сегодня я отжимать не буду. Сюда мы выкладываем 1 стакан овсяных хлопьев. И пока будем нарезать зелень, наши хлопья набухнут. В себя возьмут влагу от кабачка. Перемешаем и оставим отдыхать. А пока будем заниматься зеленью. Хлопья овсяные сюда берутся быстрого приготовления. Отставляем в сторонку. Для наших оладьев понадобится чеснок. У меня 3 крупных зубка чеснока. Так как оладьи пресные получаются с цукини или с кабачками, я использую 3 зубка чеснока. Чеснок отправляем к натертому кабачку, перемешиваем. Теперь, друзья, занимаемся петрушкой. Лучше всего брать и петрушку, и укроп. У меня в стране, где я живу, укроп найти невозможно. Поэтому я беру сегодня петрушку. Она у меня кустистая. А кустистая грубая, но это не отразится на моем блюде. Нарезаем меленько. Измельчили петрушку. Вводим натертый кабачок. Вбиваем 2 яйца куриных. Все пропорции будут указаны под видео. Также отправляем сюда разрыхлитель. Чайная ложка без горки. Черный молотый перец, пол чайной ложки. Ну и еще я положу итальянские травы, так как у меня нет укропчика. Теперь эту массу нам надо еще присолить, затем основательно перемешать. Солим на вкус и все перемешиваем. Разогреваем сковородку, наливаем растительного масла, любого. Выкладываем по ложке на сковородку. Жарим до румяного цвета и переворачиваем. Готовые оладушки выкладываем на бумажное полотенце. Итак, мы продолжаем жарить все остальные оладьи. Друзья, мы напекли оладьи. Подавать их очень хорошо со сметаной. Ну, кому нравится, можно с кетчупом, с соусом, с любым. Но мне нравится со сметаной. Они очень пахнут чесночком, вкусные, без муки. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и пока-пока!